Оскоп, том, что лет 25-30 назад появилась новая область изучения, а именно дуплатонные процессы. Причем открыта она была, дуплатонные процессы на встречных пучках. На самых разных встречных пучках, электрон-позитронных, электрон-протонных, протон-протонных, наконец, в пучках, где собираются тяжелые ядра. Открыта эта область была здесь, в Новосибирске, в 70-м году, в виде процесса, который впервые был зарегистрирован, по-видимому, с точки зрения физики, самого неинтересного. Чисто электродинамического процесса гамма-гамма, где плюс и минус, причем в области относительно низких энергий. Но постепенно научились эти процессы отслеживать не только для чисто электромагнитных, там гамма-гамма, где плюс и минус, гамма-гамма, не плюс и минус, а в процессах с рождением адронов. Значит, речь шла о том, что, скажем, позитрон, сталкиваясь с электроном, может привести к самым разным конечным состояниям, не обязательно аннигилировать, например, рассеяться, и кто-то другой, процесс рассеяния излучить фотоны. Причем в основном эти фотоны летят вдоль направления движения первоначальных электронов. И вот когда эти фотоны сталкиваются, порождается некоторая система X. В самом начале это было зарегистрировано пара E плюс E минус. Потом были зарегистрированы мюон-антимюон. Потом уже пошли состояния мюонные. И дальше многоадронные состояния. В том числе резонансы, распадающиеся не на пару, а на несколько адронов. Ну и, конечно, вот эта часть, которая связана с адронами, оказалась самой интересной. Как только такие опыты начались, теоретики сразу стали провозглашать, что квантовая термодинамика здесь соберет богатый урожай. Ну вот прошло уже, скажем, 30 лет. Интересно, чего удалось добиться. Давайте попробуем перечислить, тоже бегло, некоторые основные достижения. Вот. Прежде всего, очень детально было изучено большое количество резонансов. В том числе такой простой резонанс, как пиноль, то есть гамма-гамма в пиноле. Это штрих. Это вот были одни из первых зарегистрированных резонансов в Стэнфорде, как раз при участии Тимова. Дальше были резонансы, связанные уже с более хитрыми состояниями, со спином, скажем, 2, 2 и так далее. Часть из этих резонансов изучалась, в том числе здесь, в Яфе. На более мощных ускорителях изучались рождения резонансов, образованных не обычными, а, скажем, более тяжелыми шарговыми гладками. Это цепчица и так далее. Если я вам рассказывал немножко о том, как выглядели первые эксперименты по обнаружению двухатомного образования E плюс E минус. А как сейчас выглядят соответствующие картинки? Между прочим, это тоже не самые, грубо говоря, последние данные или картинки. Но посмотрите, как здорово все изменилось. Да. Это одна из работ, которая была проведена в Корнеллском университете на ускорителе Клео. Это образование некого резонанса в районе 3 ГЭФ. Посмотрите, какая статистика, какая точность данных. То, что получается, имеет, вообще говоря, прекрасные результаты. Но помимо этого вот образования разнообразных резонансов, в том числе резонансов, связанных с
шармованными кладками, было произведено измерение полного сечения гамма-гамма-ладрона. Причем удивительно было то, что от порога рождения, который соответствовал там, ну, скажем, паре пионов, это где-то там 300 мэв, очень быстро шагнули до масштаба порядка 150 г. Этот путь рождения адронного порога до таких энергий был проделан гамма-гамма-соударением гораздо быстрее, чем это было, например, в протон-протонных или пион-протонных соударениях. Ну вот, я мог бы тоже показать соответствующие картинки, отвечающие этому процессу. Это данные ускорителя ЛЭП-1, ЛЭП-2. Так идет себе полное сечение гамма-гамма-адроны в интервале примерно от того, где кончаются данные ЛЭПа-4, до примерно 150 Гц. Это еще сырые данные, но и по ним уже видна интересная тенденция. Это сечение отнюдь не падающее, растущее и вполне заметной величины на уровне 400 ммБ. Наконец, были проведены первые измерения очень интересного процесса. Речь по-прежнему шла об рождении адронов в гамма-гамма-соударениях, но в условиях, когда эти фотоны уже никак нельзя было считать похожими на обычные реальные фотоны. Если большинство излучаемых вот этих фотонов происходит в области, где электроны и позитроны рассеиваются под относительно малыми углами, и соответствующие виртуальные частицы по своим свойствам очень близки к реальным, то большой интерес представляет ситуация, когда, наоборот, электроны и позитроны рассеиваются на большие углы, теряют заметную долю энергии, и тогда соответствующие фотоны становятся глубоко виртуальными. Это очень трудные измерения, потому что таких глубоко виртуальных фотонов в общем спектре очень мало. Кроме того, для того, чтобы определенно быть уверенным, что этот фотон действительно виртуальный, и эту виртуальность узнавать, непременно нужно зарегистрировать рассеянный электрон, рассеянный позитрон. Удивительным образом оказалось, что такие измерения, тем не менее, возможны. Об этом мы будем говорить подробнее, но вот из области, где виртуальность каждого из фотонов и первого второго была на уровне более 10 квадратных бел, да, получает, тем не менее, заметное число рожденных адронов. Причем, раз известны импульсы и того, и другого из рассеянных электронов, то можно было узнать полностью импульсы, четырехимпульсы этих фотонов, и значит не только их виртуальность, но и инвариантную массу гамма-гамма-соударений, которая тоже оказалась очень большой. Квадрат этой массы был на уровне 100 Гц. А эта часть, к сожалению, мне, как я уже говорил, опыта очень трудная, но зато она привлекла очень большое внимание. И вот почему. В этой области, как выяснилось, хорошо работает квантовая хромодинамика. Почти теория возмущений. Почти без привлечения дополнительных гипотез. То есть в этой области можно давать предсказания, грубо говоря, с первых принципов. А причем дополнительный интерес связан с тем, что мы знаем, что такое теория возмущений на примере квантовой электродинамики. Почти все процессы можно рассматривать в низшем порядке. Это и будет главный вклад соответствующего сечения. Процессы более высокого порядка, как правило, дают малые погрешности, порядка альфа, которая есть 1/100. То есть это поправки на уровне процентов. Ситуация в этой области немножко другая. А именно, для того, чтобы получить надежный ответ, приходилось считать не только поправки первого порядка, второго или третьего, а вообще весь ряд теорий возмущений.
с одной стороны, с одной стороны, это очень трудно с теоретической точки зрения, да? Но с другой стороны, с той же теоретической точки зрения, это интереснее, потому что вы получаете сведения не только о первом, втором членах ряда в теории возмущения, а о всем ряде в целом. Так вот, первые данные были получены. Дальше. Следующий интересный объект, который усиленно эксплуатировался, это конкретные процессы, не сводящиеся, или как говорят, эксклюзивные, не сводящиеся к резонансам. Ну, например, процесс гамма-гамма-пипей. Причем интересным являлась опять-таки ситуация, когда один или даже оба фотона были глубоко виртуальны. То же самое интересно для случая рождения колонов и так далее. Ну и, наконец, если речь идет о соотделении, важные и интересные исследования были связаны с выяснением характера структурной функции фотона. Я уже вам рассказывал в прошлый раз коротко, что это такое, но так вот удалось добиться дойти до ситуации, когда виртуальность одного из фотонов доходила до 600, а потом еще даже немножко больше квадратных гер. А второй фотон был чисто реальный. При этом можно было смотреть, вообще говоря, и адронную составляющую этих процессов, а можно было смотреть электронную составляющую. Это была бы структурная функция, как вот разумный вопрос задавался тут со стороны, в ее лептонном содержании. Такие эксперименты прямо с образованием, скажем, ню плюс, ню минус, прямо проводились в ЦЕРНе, и в определенном смысле это были мониторирующие процессы. То есть поскольку в случае, когда рождается лептон, можно было все сосчитать от начала до конца, да, в той же самой структурной функции вот этого фотона, то сопоставление данных и теории позволило, среди прочего, говорить о том, что эксперимент проводится правильным образом. А потом уже переходить к случаю, когда соударение высоковиртуального фотона и реального рождаются адроны. Ну и последнее, это было довольно много детальных изучений, ситуация, когда соударение в основном реальных фотонов, да, рождается не просто много адронов, а рождаются струи. Две и даже три струи уверенно наблюдались на целом ряде ускорителей. Вот это то, что было сделано. Ну и если резюмировать, что в итоге получилось, в принципе, можно сказать, вот, только надо быть честным в этом отношении, было получено много интересного материала. Это материал, прямо связанный, ну вот, с волнующими физиков вопросами взаимодействия элементарных частиц. С одной стороны, это полная, это правда, но это не совсем полная правда. Полная правда заключается на самом деле в том, что, а если сравнить то, что получено в гамма-гамма с ударения, с тем, что получено в Е-плюс и минус с ударения, то если быть честным, надо сказать, что, конечно, Е-плюс и минус всегда были лидерами. Связано это было с одной простой вещью. Е-плюс и минус в ударениях участвовала вся энергия, закачанная в ускоритель. Так? А в соударениях фотонов энергия этих фотонов всегда была меньше, чем энергия начальных частиц. Так что мы, как правило, всегда были в ситуации, когда работали с меньшей энергией. Это означает, что самые вкусные куски физики высоких энергий доставались все-таки Е-плюс и минус соударением, а не нигиляционным соударением. Это один аспект. А второй не менее важный аспект. Я говорил, что помимо энергии, да, важную роль еще играет светимость. Так вот, в условиях, когда светимость Е плюс и минус позволяла открывать достаточно редкие, интересные вещи,
Ну, например, рождение Z-бозона в большом количестве, до уровня 1000 штук в сутки. Что касается светимости гамма-гамма сварения, тут сразу нужно сказать, что она была меньше. Причем не просто меньше, а много меньше. Мы с вами уже видели, что, грубо говоря, на один электрон приходится, грубо говоря, альфа, то есть 1/100 эквивалентных фотонов. На самом деле не альфа, там альфа на логарифм и так далее. Ну, получается не сотни, но 1/30 фотона. Но если здесь интенсивность 30 раз меньше, здесь интенсивность 30 раз меньше, то получается, что светимость гамма-гамма сварения оказывается на 3 порядка меньше, чем светимость E плюс E минус. И это приводило к тому, что, конечно, как я уже говорил, E плюс E минус является лидером поставления высококачественной информации о элементарных частицах и взаимодействиях. Теперь, ну, и так, по-видимому, будет достаточно долгое время, но новые надежды и новые возможности связываются с ускорителями, в которых бы сталкивались реальные фотоны, и ускорителях, которые двухфотонный процесс происходил бы в условиях, когда начнут функционировать линейные E плюс и минус коллайдеры. Ну, наверное, вам не стоит рассказывать особенно подробно о том, почему необходимо переходить от концевых ускорителей к линейным. В концевых ускорителях сгустки электронов и позитронов летают по кольцу в каком-то точке взаимодействия, они пересекаются. Это происходит, ну, вот здесь, например, в Яфе, где длина окружности там 360 метров, ну, длина, точнее, не совсем окружность, не длина тоннеля, 360 метров, это происходит примерно 1 000 000 раз в секунду, да? А причем эти сгустки живут часами. Значит, они успевают за время своей жизни совершить очень много соударений, а потом они заменяются на новые сгустки. Все очень здорово и хорошо. Нехорошо только то, что от того, что они движутся по окружности, они очень много излучают. И если здесь для общей энергии в 10 ГЭЛ понадобилось путь длиной 360 метров, то для того, чтобы перейти к масштабу 100 ГЭЛ, это ЛЭП-1, потребовался путь длиной 27 километров. Если сделать меньший радиус, то излучение будет настолько большое, что то, что получается из сети, за что платятся большие деньги, для ускорения электронов, будет просто переизлучаться бесполезным образом, а на ускорение уходит мало. Конечно, можно было бы увеличивать радиус, но после 27 километров, которые есть сейчас сделаны, никаких других проектов пока что на большую длину не говорят. 80 километров в цель. Что? Планируется построить 80 километров в цель. В планах. Но это все еще как-то только мечты. Ну, мечты уже как бы собираются люди и мечтают вместе. Пока ничего конкретного нет. Теперь, что касается линейных ускорителей, то там ситуация другая. Но вы знаете, что излучение в случае линейного ускорения во много раз меньше, то есть почти пренебрежимо мало. И это означает, что вся энергия, которая получается от сети, пойдет именно на разгон этих сгустков. Это очень здорово. Конечно, тем не менее, длина разгона должна быть достаточно большой, десяток или несколько десятков километров, но все пойдет в дело. Нас подстерегает, то есть в этом отношении, разительная выгода по сравнению
с концевыми ускорителями. Трудности достигают нас с другой стороны. Если здесь, как я уже сказал, запущенные пучки живут часами, каждую секунду сталкиваясь, ну, например, здесь миллион раз, то здесь сгусток, запущенный с малой энергией, доходит, ну, набирая, скажем, энергию 250 Гт. Это тот вариант, на который сейчас склоняются проекты интерстационарного линейного коллайдера IFC. И с этой стороны, чтобы, ну, скажем, здесь летят электроны, здесь позитроны. Да. Все хорошо, складно, экономично. Но что дальше происходит с этим искусством? Пролетевший через соседа после усложнения, это сгусток выбивает из игры. И значит, для следующего сотворения нужно будет приготовить новый сгусток. Причем, для того, чтобы получить примерно ту же самую светимость, что мы должны делать? Эти сгустки поставлять очень быстро. Это вот некий кошмар линейных ускорителей. Их однократность использования сгустков. А с другой стороны, вот эта замечательная черта, да, позволяет оглядеться и обнаружить новые возможности. Ну, во-первых, возникают такие строгие требования, как раньше были к эмитансу этих пучков. Поскольку они пролетают только раз, они должны часами выдерживать в хорошем состоянии эти сгустки. Но это, наверное, да, с поляризацией упрощаются проблемы и так далее. Но это не самое интересное. Самое интересное, что, учитывая этот факт, что это пролетные сгустки, можно попытаться тем или иным способом на подлете к точке встречи заменить электроны, ну, например, на фотоны. Устроить конверсию. Где-то вот здесь вот будет область конверсии, при которой электроны заменяются на фотоны. Если это удастся сделать эффективным образом, ну, грубо говоря, каждый электрон на фотон, то что мы будем иметь тогда? Мы будем иметь возможность соударять фотоны, ну, например, с позитронами. А если мы и позитроны превратим, конвертируем фотоны, то у нас будет фотон-фотонное соударение. Ничего подобного невозможно сделать здесь, да? Как только мы этот сгусток превратим в фотоны, он исчезнет из дальнейшей эксплуатации. И на кольцевых ускорителях таких возможностей в принципе нет. Итак, возникает принципиально новая возможность, связанная с однопролетностью электронно-позитронных сгустков на линейных коллайдерах. Вот та идея, что это можно сделать, да, привела к пристальному интересу всей комьюнити, связанной с фотон-фотонными соударениями, проектом линейных коллайдеров. Давайте познакомимся с ними немножко подробнее. Сама идея о том, что нам со временем все равно предстоит переходить на линейные коллайдеры, вызревало очень давно. И уже в 96-97 годах начали разрабатываться три проекта. Американский, японский и европейский. Да, были написаны концептуальные проекты, а затем и технические проекты ускорителя Тесла. Он был самый проработанный в этом смысле. Да. Еще нужно заметить, что помимо этих трех проектов, два из которых потом были объединены, американские и японские, был еще проект компактной линейки коллайдер, который разрабатывался в ЦЕРНе и который до сих пор разрабатывается. А вот на основе проекта Тесла сейчас
разработан проект IOC, международного линейного коллайдера. Поэтому мы подробнее присмотримся именно к этому проекту, у которого давно был опубликован такой хороший технический проект, наверное, даже более проработанный, чем технический проект IOC. Я так думаю, его мои цифры будут упоминать. Так. Ну, что касается общей схемы, наверное, у вас на экспериментальных спецкурсах подробнее познакомлен. Я просто хочу сказать, что после получения с помощью татушек первого пучка, который может быть хорошо поляризован, да, электроны дальше. Где-то здесь есть соответствующая картинка. Сейчас, одну минуту. Упомянутый мною Эндрю Сестер в той статье, которая говорила о будущих фотонных и мюонных коллайдерах, приводил эту схему для линейного коллайдера. Для электронов речь шла о том, что после первоначального ускорения сгусток запускают в кольцо, где его формируют более качественно, сжимают, посылают некоторый предускоритель и потом запускают в главный линер, который может быть протяженностью 10-20 километров. Что касается позитронов, то схема должна быть немножко сложнее, потому что по пути эти позитроны должны быть произведены. Да еще вообще-то для качественной картины хотелось бы, чтобы они еще были поляризованы. Это достаточно сложная схема, но в принципе она, вот кроме начального этапа, где было усложненное производство позитронов, возникает та же самая схема, в которой с другой стороны ускоряются эти самые позитроны. И потом происходит соударение их в области встречи. Вот. Что? Но давайте попробуем осознать, насколько непростая вещь линейные коллайдеры по сравнению с привычными, но тем же самым ВП-4. Для этого достаточно сравнить характеристики тех машин, которые работали, ну, например, OLED, да, ее последней стадии, OLED-2, и с техническим проектом Tesla. Речь идет о том, что энергия у этих двух машин отличается, ну, не слишком сильно, 2.5 раза. А вот светимость различается достаточно серьезно. Посмотрите, это превышение на уровне 3-4 порядков. Так, это хорошо. Но вы помните, из-за чего создавалась светимость у этих машин? Многократное соударение. Многократно существенные вещи, да, в данном случае. Миллионы или сотни тысяч соударений в секунду. Так, теперь, светимость коротко можно описать таким образом. Вы помните, что число событий в единицу времени зависит от сечения. Вот если у вас есть какой-то процесс номер i, он прямо определяется сечением, полным или дифференциальным, в зависимости от того, что мы наблюдаем, какой у нас детектор. А коэффициент пропорциональности между измеряемым числом событий и интересным с физической точки зрения величиной сечения является как раз светимость. Так вот, от чего она зависит? Ну, она прямо пропорциональна числу электронов, числу позитронов. Зависит она от числа соударений в единицу времени, то есть от уровня повторения этих соударений. Это все очень понятно.
А еще оно зависит от поперечной площади сталкивающихся пучков. Предположим, что пучки одинаковые по своим размерам. Это поперечная площадь. Вы, наверное, представляете себе, как выглядят пучки, ну, например, того же самого ВП-4, да? Это пучок какой примерно длины? 3 сантиметра. Что? Нет, 1-3 сантиметра. Ну, нет, порядка 5 сантиметров. Да? Так. А вот если мы устроим, это у нас пусть будет ось Z, ну а здесь, соответственно, ось X и ось Y. А если мы рассмотрим плоскости X и Y, X это горизонтальная, а Y это вертикальная ось, да? То вертикальная, да, то выглядит он как некоторый эллипс. Так, да? Причем горизонтальный размер в каком примерно порядка? Сколько? Даже больше. Чуть ли на уровне 1 миллиметра. То есть это там. Да. А вертикальный размер? А вертикальный размер порядка 30 микрон. Да. Вот от как раз это, видите, миллиметр, да. Это вот как раз сигма x, а это сигма y. Да. Если посмотреть у лэпа, то там ситуация такая. Горизонтальный 200 микрон, вертикальный 8 микрон. Близко к тому, что есть у ВП-4, да? Хорошо. Частота повторений. Это в килогерцах. Из-за того, что там длина больше, чем здесь, то число повторений не миллион в секунду, а вот, соответственно, 45 тысяч соединений в секунду. Все это замечательно. Посмотрим, что касается линейного ускорителя. Так, давайте посмотрим. Светимость должна быть на 3-4 порядка больше. Число соударений в секунду, посмотрите, 15 раз меньше. Но это все равно очень трудное дело. Значит, нужно в секунду изготавливать. В секунду. Извините, я не туда посмотрел, вот здесь. 45, здесь 14. В 3 раза меньше. Да? Но в секунду придется изготавливать десятки тысяч пучков для того, чтобы обеспечить их соударением точки встречи. Итак, число соударений меньше. Число частиц, посмотрите, сколько здесь у нас примерно узбекских частиц? 10 в 11, да, ну и на лэпе было примерно столько же. 3 на 10 в 11. А на линейном коллайдере должно быть. Их должно быть 15 раз меньше. Итак, все то, что связано с числителем, на линейных коллайдерах оказывается существенно меньше. В разы или даже в порядке. А заметьте, что здесь это произведение. За счет чего тогда можно выжить? Только за счет уменьшенных размеров поперечники. Но эти размеры, посмотрите, как они выглядят. Здесь разница. Да? Горизонтальный размер должен быть полмикрона. Но это почти в 1000 раз. Ну там 400 раз меньше, чем то, что было. А вертикальный размер вообще сумасшедший. Да? Это уже нанометры. Такой маленький. То есть эти вот плоские пучки. Что? Вот эти вот плоские пучки делают. Пучки будут очень плотными, несмотря на то, что число частиц будет, как видно, 15 раз меньше электронов и позитронов. Да. Только за счет этого можно выиграть, и это очень большая техническая проблема.
Есть даже проблема определения координат пучка, у которого вертикальный размер, как вот здесь видно, да, 5 нанометров. Для того, чтобы это делать, разрабатывались специальные методы, там, даже моделирующие были созданы стенды, Final Focus Test Facilities и в Америке, и в Японии. И в этом смысле подход к этой проблеме, утверждают, есть технически это все возможно. Но очень хорошо, а это означает, что нужно суметь разогнать достаточно плотно, достаточно сгустки с большим числом частиц, а потом их сфокусировать до таких вот существенно меньших размеров, чем то, что есть сейчас. Тем не менее, утверждается, что все это технически возможно и даже частично проработано. Так, ну, может быть, еще пару цифр из технического проекта Тесла. Про число частиц я уже говорил, но, может быть, еще интересно это длина. Вот Тесла должна быть на уровне 20 километров. Что? Ну, и дорого, и инженерно, не просто. Вопрос, который встает, почему такие машины могут оказаться надеждой для будущих фотон-фотонных соударений? Идея заключается в том, что две самых важных, два самых важных пункта здесь встречаются. Вот то, что я говорил, переход от кольцевых к линейным принципиально связан с различным способом использования пучков заряженных частиц. Здесь это многократное использование, причем слово многократное очень существенное, да? А здесь это однократное использование. Поэтому, если удастся хорошим образом конвертировать электронные фотоны, то можно получить фотон-фотоны или фотон-электронные соударения. Ну вот, именно эта руководящая идея была основой работы Новосибирской группы, которая выдвинули ее впервые. Она затем дальше была разработана и принята в качестве, так сказать, рабочей гипотезы во всех существующих проектах. Теперь вопрос о том, а как производить эту самую конверсию электронов фотонов. Рассматриваются вообще самые разные предложения. Одно из них, например, ну, на пути электронов поставить некую мишень, где бы происходило тормозное излучение. Возникает довольно много фотонов при тормозном излучении. И летят они примерно вперед. Вот здесь вот, незадолго до точки встречи электронов-позитронов, поставить, скажем, мишеньку, электроны будут через мишень проходить, излучаться в основном на ядрах, да, и будет много фотонов. Так сказать, на первый взгляд, идея кажется интересной, тем более, что и число фотонов может быть достаточно большим. Но это только на первый взгляд. На второй взгляд оказывается, что спектр этих фотонов всегда падающий такого сорта. Это означает, что самых энергичных фотонов будет как раз очень мало. Но есть еще очень неприятные особенности. При любой поставленной мишени будет происходить, если электроны такими энергией с ней будут сталкиваться, такое большое количество паразитных процессов, вышибание нейтронов, там, я не знаю, рождение адронов и все прочее, что никакого чистого соударения фотонов здесь мы наблюдать не будем. И, в общем, в результате перебора всех возможных вариантов выяснилось, что самый разумный способ – это
использовали кантоновское рассеяние. При кантоновском рассеянии можно получить фотоны высокой энергии, и эту энергию фотоны передадут электроны. В качестве мишени нужно использовать будет уже не пластинку какую-нибудь, а просто вспышку лазера. Если эту вспышку сделать достаточно плотной, то это будет плотная мишень, на которой почти каждый электрон имеет шанс столкнуться с лазерным фотоном, а потом превратиться в конечный фотон высокой энергии. Ну вот, про это надо сказать немножечко подробнее. На уровне идеи. Потом мы будем это разбирать более подробно с цифрами в руках. Итак, речь идет о том, что если у вас фотон сталкивается с электроном, да, то хорошо известная еще с прошлого года диаграмма, которая все описывает, сводится либо к процессу с обменом электронов у канале, либо к процессу с обменом электронов в S-канале. Вот такие две диаграммы. Но эффект Хоффмана вообще-то известен с 1923 года. И чем занимался Комптон в своем исследовании? Решено, что у него были в распоряжении рентгеновские фотоны, и он их посылал на атомы нейтральные. А при этом в основном происходило взаимодействие фотонов с электронами. Причем в этой области энергии фотонов связь электрона с ядром была относительно малым эффектом, и можно было говорить просто о рассеянии фотона на почти свободных электронах. Поэтому мы атом уберем и сконцентрируемся на ситуации, когда у нас имелся покоящийся электрон. Итак, падает рентгеновский фотон, рассеивается на электроне, потом рассеивается он под некоторым углом и вылетает фотон другой энергии, а электрон тоже отскакивает, приобретая некоторую энергию. В этих условиях заранее ясно, что будет происходить. Да? Энергия конечного фотона должна быть, естественно, меньше, чем энергия начального. Потому что часть энергии передается отлетевшему электрону. Это начало 20 века. Что такое современный эффект Комптона в использовании? Сейчас очень часто поступает прямо наоборот. То есть высокоэнергичный электрон, ну скажем, ВЭПа 4 с 5 гэвами, сталкивается с лазерным фотоном, да, с энергией, ну скажем, в видимой области, скажем, пара электронов. Что происходит в результате такого соударения? Картинка, которую можно перенести на нелитийскую механику, это соответствует соударению паровоза, да, с пинг-понгом. Что получается в результате такого соударения? Пинг-понговый шарик отскакивает, приобретая удвоенную скорость паровоза. Ему передается, этому шарику, хорошая энергия. Но она не такая большая. А вот здесь, вот в силу литийской кинематики, происходит такая картинка. После такого соударения фотон тоже отскакивает. Значит, это у нас было то. Что будет после? Фотон тоже отскакивает. Но из-за релятивистской кинематики его энергия не падает, как в предыдущем случае, наоборот, возрастает. Конкретно в тех экспериментах, которые здесь доходили, она доходила до полугэва. То есть возрастает,
почти в миллиард раз. Электрон, конечно, наш паровоз, при этом, между прочим, тоже отскакивает под небольшим углом, ну и, соответственно, у него остается до 4,5 гигаэлектрон-вольт. Угол рассеяния этого фотона, причем рассеяние, посмотрите, какое, рассеяние назад. Так что угол рассеяния отсчитываю не от направления первоначального фотона, а от направления первоначального электрона. Так вот, угол рассеяния этого фотона, типичный, порядка единицы на гамма. Ну, на гамма, естественно, электрона. В нашем случае это будет величина 10⁴. То есть, заметьте, это что значит? Конечный фотон вылетает почти по направлению начального электрона. Ну и вот то, что я вам рассказываю, это не теоретическое построение, а установка. РОК, которая здесь работала десятилетиями, модернизировалась там и так далее, использует для самых разных целей. Ну, например, одна из целей была такая. На ВЭП-4 запускали только один электронный сгусток. Он сварялся с лазерной вспышкой, и в итоге получали фотоны высокой энергии. Если этот электрон детектировать, то, зная все про начальное состояние, мы будем полностью из законов сохранения знать все про конечный фотон. Так что фотон в этом смысле получался меченый. То есть фотон известной энергии, а часто еще известной поляризации, его можно использовать самым разным образом. И в промышленности, и в сельском хозяйстве, в чем я не оговариваюсь. Например, для литографии. Да? Но не эти, конечно. Но в нашем случае их использовали для научных изысканий. И очень красивый поставлен опыт, когда вот эти вот конечные фотоны прогоняли мимо ядра, ну, фактически мимо мишени, где были атомы с ядром хорошего заряда. На короткое время, как мы с вами разговаривали, фотон может превратиться в эту самую электрон-позитронную пару, взаимодействовать с ядром, и потом получался тот самый эксперимент, о котором я говорил, эксперимент по расщеплению фотона на два фотона. То, чего я не упоминал, так это то, что эти фотоны первоначальные получались из-за кантоновского рассеяния. Вот тот факт, что кантоновское рассеяние может быть источником релятивистских электронов на лазерных сгустках, может быть источником фотонов высокой энергии, хорошим источником, был рассчитан и прокламирован в работах наших советских физиков Ардуняна и Тимаряна из Еревана в 1963 году и одновременно из Мельбурга. Ну, правда, вот эта работа более физически интересная и по расчетам более прозрачная. Так. И в настоящее время есть десятки установок такого сорта, где получают кантоновские фотоны. Кстати, что касается истории, то эта штука была очень быстро реализована. Уже через год в Фиане был поставлен эксперимент, где эта схема реализовалась на ускорителе небольших энергий. А еще через 6 лет был проведен полномасштабный эксперимент в Стэнфорде, где 10-гевные фотоны, извините, 10-гевные электроны линейного коллайдера Слаковского рассеивались на лазерном свете и получают фотоны достаточно высокой энергии, по-моему, там несколько гев даже было. Более того, эти фотоны получались поляризованными, и их можно было использовать
для опытов на поляризованных протонах. Так впервые было измерено сечение гамма-перерассеяния с учетом поляризации сталкивающихся частиц. Но всегда стоит вопрос о том, что в наших условиях, для того, чтобы происходил процесс конверсии электронов в фотоны, хотелось бы, чтобы число этих фотонов, полученных, высокоэнергичных, было не слишком мало. Поэтому поговорим немножко подробнее о такой вещи, как коэффициент конверсии. Это число высокоэнергичных фотонов по сравнению с числом падающих электронов. Но тут нас ждут большие разочарования. Проблема в том, что в том же самом слайде, например, этот коэффициент конверсии был такой. Да. 10 в десятой штук электронов с энергией 10 Г сталкивались с непрерывно светящим и почти не фокусирующим пучком лазера. Это была очень неплотная мишень. И в результате получалось всего 10 четвертых штук фотонов за один выстрел. То есть коэффициент конверсии, и даже 10 третий, коэффициент конверсии был на уровне 10 минус 7. Понятно, да? Но надо сказать, что это был тот самый неуловимый джоу, который потому не уловим, что его никто не ловит. А проблема в том, что иметь заодно пересечение электронного сгустка лазерного луча 10 четвертых штук фотонов было более чем достаточно для тех экспериментов. У них в качестве экспериментов была жидководородная мишень, жидководородная камера. Это плотная мишень, где каждый фотон имел шанс столкнуться с протоном поляризованным. И то, что нужно, тоже они измеряли. Но нам-то хочется, чтобы каждый электрон конвертировал фотон, да еще желательно фотон высокой энергии. Ну давайте сейчас сделаем перерыв, мы уже так переработали, а потом продолжим этот разговор. Перерыв. Как я уже сказал, в тех установках, в которых до сих пор работали, был очень малый коэффициент конверсии. А в эксперименте с НАКО это было достаточно для того, что нужно было произвести. В нашем эксперименте вообще старались сделать так, чтобы заодно соударение электронного и лазерного сгустка, только сейчас уже делали так, что это был не непрерывно светящий лазер, а отдельные вспышки, фокусируемые, так что мишень была достаточно плотная. Тем не менее, делали так, чтобы заодно соударение сгустка было, грубо говоря, меньше одного сталкивания кантоновского. И это было связано с тем, что если вы хотите устраивать меченые фотоны, вы должны регистрировать рассеянные электроны. Хорошо, чтобы их было, грубо говоря, один или меньше за одно соударение. Поскольку соударение происходит миллион раз в секунду, то производительность была вполне приличная, да? То есть таких фотонов таких действительно много. Если бы было за одно соударение много электронов, то не удавалось бы устраивать их меченье. Сама постановка задачи в этом случае не требовала большого коэффициента конверсии. Вот. Можно вопрос? А электрон детектировался кедром? Электрон детектировался системой регистрации рассеянных электронов. Она специально к тому времени уже существовала, да. Хорошо. Теперь в наших работах было показано, что в принципе, используя уникальное свойство пучков будущих линейных гиперсилирус коллайдера, и уже к тому времени разрабатываемые лазеры, можно было достигнуть коэффициента конверсии порядка единицы. Причем при этом, что интересно, нужно-то всего лишь было, чтобы была
вспышка лазера с энергией несколько джоулей. Ну, достаточно сказать, что существуют лазеры с энергией мегаджоулей. Те, например, которые связаны вот, с лазерным термоядом. Но это, конечно, правда, но совсем не полная правда. Полная правда заключается в том, что нам нужно, чтобы такие вспышки происходили очень часто. А это уже совсем другая история. Это очень непростая задача. Но самый факт того, что добиться этого коэффициента можно, давал надежду на то, что это будет технически в ближайшем будущем осуществлено. Интересно, что когда мы послали эту статью письмом ЖЭТФ, она была отвергнута рецензентами как раз на основе того, что вы говорите о лазерах, которых вообще не существует, потому что энергия вспышки современных лазеров и фокусировка такая, что не достигается нужной плотности. Вообще-то говоря, это как для расхожих лазеров это было так, но уже тогда, на момент этой рецензии, может быть, существовали неизвестные рецензенту статьи, где прямо рассказывалось о лазерах, создающих нужную мощность и нужную плотность энергии. Нам удалось поймать Сабельмана, одного из редакторов Писинжер, прямо здесь, в Академгородке он оказался, припереть к стене, показать ему соответствующие публикации, ну и он тогда согласился пересмотреть решение. Это была одна из самых высоко цитируемых статей на эту тему. Так, хорошо. Итак, чтобы отсуммировать то, что я успел рассказать, жизнь фотон-фотонным соударением высокой энергии может быть обеспечена из-за двух принципиальных факторов. Линейный коллайдер, как ускоритель с однопролетными пучками. Раз. И второе, возможность получать коэффициент конверсии порядка единицы является технически, вообще говоря, осуществимой. Дополнительно была еще некая приятный момент, который заключался в том, что в схеме фотон-фотонных коллайдеров вообще позитрона не нужно было. И все эти заморочки с их производством, поляризацией и так далее. Потому что конвертировать можно было из той, с другой стороны использовать электроны и конвертировать их в фотоны. Вот. Так. Ну и я уже говорил о том, что сейчас это опция является фактически единственной принятой в разнообразных схемах. Как выглядит все-таки более детально, если говорить схема встречных фотон-фотонных пучков на основе, как мы уже сказали, линейных ускорителей? Нам вообще-то хотелось, вот я не зря говорил о том, что на сегодня аннигиляционный канал, я плюс и минус, лидер постановки доставки нам новой информации и о новых частицах, и об их взаимодействиях по сравнению с фотон-фотонным соударением. Почему? Потому что фотоны и меньших энергии, и меньшей светимости. Причем особенно здорово меньше по светимости проигрыш. Почти на три порядка. Если мы хотим иметь, чтобы соударение двух пучков, которые бы конкурировали на равной основе, то нам нужно иметь фотоны с той же самой энергией, что электроны, то есть интервал от 100 до 1000 Гт. Нам нужно, чтобы число этих фотонов было порядка числа электронов. На линейных коллайдерах эта величина порядка 10-10. Но все самое противное во всем этом, что электронные пучки, я вам говорил, должны быть сфокусированы до размера, вы помните, по вертикали 5 нанометров. По горизонтали полмикрона поперечники. Чтобы конкурировать, фотонные пучки должны быть сфокусированы до этого же уровня.
Между тем, если области видимого света мы имеем зеркала, линзы, то никаких зеркал, линз для стоковых фотонов не существует. И вот тут самая красивая вещь, которая и есть вот в схеме Гамильтоновской конференции, связана с тем, что фокусировка там происходит фактически автоматически. Почему? Потому что вот схема из первой нашей работы на эту тему. Электронный пучок пропутешествовал там 10-15 километров и получивший энергию 250 Гт попадает в оконечную фокусирующую систему, которая вот где-то здесь прекращает свою работу. Дальше электроны летят по свободным траекториям, фокусируясь к точке взаимодействия. Так, здесь размер электронного пучка был большой, стоят линзы, магнитные, электрические, какие угодно, которые эти заряженные частицы заставляют двигаться по сходящимся траекториям. Отсюда до сюда это свободный полет без всяких линз, без всяких электрических магнитных полей. На некотором расстоянии до этой точки встречи, если посветить под небольшим углом альфа-снориком лучом лазера, то что происходит? Давайте попробуем сообразить. Здесь вот точка взаимодействия. Так. Относительно широкий пучок электронов должен сойтись вот в то самое пятно, которое я говорил. Да? 5 нанометров по вертикали, полмикрона по горизонтали. А если на этом пути на него посветить лазерным лучом, то почти независимо от того, под каким углом они встречаются, рассеянные фотоны будут вылетать под углом порядка единиц на гамма-Е по отношению к электрону. А для 250-Г фотонов единица на гамма-Е эта величина уже будет порядка 10 минус 5. То есть фактически фотон полетит по направлению первоначального электрона. Другой фотон, столкнувшись с другим электроном, полетит по его направлению и будет происходить фокусировка автоматическая. Конечно, если эту вот область конверсии отодвинуть далеко от области встречи, то даже этот небольшой угол приведет к тому, что фотонное пятно станет немножко больше, чем электронное. Но это не нужно делать. Или это нужно делать сознательно, например, для того, чтобы повышать плотность фотонов. В центре будет собираться в основном самый энергичный фотон. Для того, чтобы повышать монохроматичность. Еще одна очень приятная особенность связана с тем, что отбирается в этом случае большая доля энергии. Конкретно, если говорить об установке типа Tesla или ALC, здесь, скажем, 250 Гт, а здешние фотоны, самая высокая энергия у них будет примерно 200 Гт. То есть в нашем случае здесь было отбирали 10% энергии, да? А здесь отбирают у электронов 80% энергии. Это опять-таки все ньютонская кинематика. То есть получается, что здесь мы будем иметь фотоны того же порядка энергии. И если коэффициент конверсии будет близок к единице, то число их будет такое же, как число электронов. И кроме того, они будут сфокусированы так же, как были сфокусированы электроны. Вот это все то, что относится к описанию такой схемы конверсии.
То есть она автоматически решает, в каком-то смысле, почти весь набор задач, необходимых для разумной конверсии. Теперь, что касается электронов, тех, которые потеряли свою энергию, но ведь будет какая-то часть электронов, которые вообще-то не взаимодействовали. Даже если их будет там половина, это все равно будет очень много. Они ведь тоже летят сюда. В принципе, в первоначальной схеме предполагалось, что здесь должно быть некоторое магнитное поле, которое отклонит электроны от точки встречи. Причем тут достаточно, скажем, по вертикали их сместить на расстояние порядка нескольких поперечников электронного спуска, то есть это порядка там 10-15 нанометров, чтобы уже в точку встречи пришли только фотоны, а не электроны. В дальнейших схемах выяснилось, что если здесь будут электронные спуски, и навстречу будут тоже электронные спуски, то можно даже обойтись без магнитного поля. В Галактинс компании были просчитаны варианты, при которых при специальном устройстве этих электронных пучков они начинают просто отталкивать друг друга. Заряженные пучки. И таким образом, выполнив свою роль, часть электронов превратится в фотоны, все остальные электроны и те, которые потеряли энергию, и те, которые не потеряли энергию, отклонятся от встречи, а к встрече прибудут фотоны. То есть, в принципе, здесь имеются все три типа сотворений. Фотон-фотонные, электрон-электронные, электрон-фотонные, потому что все-таки некоторая доля электронов сюда придет. Но симулирование, которое было проделано, математическое, показывает, что доминирующим, конечно, будет фотон-фотонное сотворение на такой схеме. Вот. Да. Опять же, если еще раз вернуться к Эндрю Сеслеру, вот его картинка, сонаряющиеся, сфокусированные электроны и второй пучок. Да, на них светят светом лазера, но он так изобразил их красными. Из того, что под рукой имеется сейчас в основном лазер на неодимовом стекле, это инфракрасный лазер, примерно одной волны 1 микрон. Они превращаются в эти вот ультрасиние фотоны с энергией 200 Гв, которые фокусируются в точку встречи, сталкиваются. Что еще здесь отмечено, что вообще-то хорошо бы иметь поляризованные пучки, электронные и лазерные. Ну, если для лазеров это вообще не проблема, они в большинстве случаев такими и бывают поляризованными, то для электронных пучков это некоторая проблема, но зато, когда они поляризованы правильным образом, и лазерные вспышки тоже поляризованы правильным образом, то возникает улучшение монохроматичности фотон-фотонных соударений, о чем мы поговорим еще немножко позже. Так. Итак, давайте поговорим немножко подробнее об этом самом кантоновском рассеянии, или, как его любят говорить, обратном кантоновском рассеянии. Значит, речь идет о том, что электроны с энергией, ну прямо на проект LC будем ориентироваться, 250 Гв, сталкиваются с лазерными фотонами, скажем, лазером на неодимовом стекле, это примерно 1 электрон вольт, и длина волны примерно 1 микрон. После этого происходит рассеяние, конечный фотон становится высокоэнергичным, рассеивается под небольшим углом. Рассеивается электрон, его угол вылета еще меньше, как правило, чем угол вылета фотона. Вот эта картина, да, важным является поведение сечения этого процесса в зависимости от энергии конечного фотона,
Вот. Ну и здесь дело в том, что когда мы говорим о дифференциальном сечении рассеяния, да, это вообще-то будет функция энергии, но еще и углов рассеяния. Если не обращать внимание на зависимость изолентальную, то это будет функция, которая ведет себя как функция угла рассеяния примерно таким вот образом. Этот угол отсчитывается от направления первоначального электрона. Это дифференциальное сечение, которое быстро падает, и характерный масштаб углов как раз есть единица на гамма электрона. Но с другой стороны, угол вылета фотона однозначно связан с его энергией. Поэтому это угловое распределение можно пересчитать на энергетическое распределение. И вот чтобы квалифицированно об этом говорить, давайте введем пару параметров. Стоящая вот здесь вот величина, это на самом деле не что иное, как переменная S для фотон-фотонных соударений. Энергия начального лазерного фотона, переменная S гамма Е, это есть, если это четырехимпульс P, это четырехимпульс K, то это будет P плюс K в квадрате. Это будет не что иное, как величина 2PK плюс масса электрона в квадрате, K в квадрате это 0. Ну хорошо, таким образом, то, что стоит в числителе, да. А что такое 2ПК? Поскольку в электрической области импульс электрона почти совпадает с его энергией, импульс фотона просто равен его энергии, то вот это произведение есть не что иное, как 4 е на омега с ноликом. Значит, переменная x это есть потенциалоновская переменная s минус масса электрона в квадрате. В единицах электронной массы, если я буду считать, что c у меня единица. Еще входит дополнительный множитель, который обычно является маленьким, и он связан с вот этим углом, под которым, вообще говоря, налетает лазерный фотон. Все равно он не прямо под столкновение под небольшим углом. Так что это величина, которая характеризует энергию гамма-е с ударением в системе центра масс, квадрат энергии. Дальше, следующая величина является y. Если в этих обозначениях омега с ноликом это начальная энергия, то омега это энергия конечного фотона. Вот эта величина дает долю энергии, которую начальный электрон передал конечному фотону. Кинематика оказывается такой, что эта доля не превышает максимального значения, равного этой величине. Так? Ну, и это означает, что y равняется максимальной вот такой вот. Для конкретного примера, который мы с вами уже обговаривали, если начальная энергия 250 Г, то начальный лазер соответствует лазерно-неодимовом стекле,
Это одна из 17 электронных вольт, длина волны примерно 1 микрон. Х оказывается равен 4,5. И поэтому эта величина становится близка к единице. А именно максимальное значение Y примерно 0,82. То есть 82% первоначальной энергии электрона могут передаваться фотонам. Угол рассеяния, как я уже говорил, достигает величины 2^(10⁻⁶). Вот такая конкретная цифра, на которую мы могли бы ориентироваться. Теперь поговорим о самом важном. О сечении. Для того, чтобы была эффективная конверсия, нужно, чтобы была большая вероятность кантоновского соударения. От чего она зависит? От сечения кантоновского полного и вот еще от чего? Ну, от, соответственно, от плотности падающих фотонов и электронов. Что касается сечения, то оно выглядит таким вот образом. По суммированной поляризации конечных частиц, оно зависит от поляризации начальных частиц. Если у начального электрона спиральность лямбда, максимально, что нам давать значение, это плюс-минус 1/2 для чистых квантовых состояний. А вообще-то, если это не чистое квантовое состояние, это просто фактически 2 лямбда, это средняя продольная спиральность электронов в пучке. Она может достигать значения экспериментально до 0,8, примерно, или чуть больше. ПЦ, стоящая здесь, это степень циркулярной поляризации лазерных фотонов. Обычно это величина, которая бывает 100%, то есть ПЦ может равняться плюс-минус 1. Видно, что полное кантоновское сечение так и зависит от поляризации начальных частиц. Но в интересующей нас области, а вот нас интересовала область как раз вот это самое, наверное, тут. Область не х примерно 4,5. В интересующей нас области эта зависимость оказывается слабенькой. Но вот я сначала покажу, как выглядит просто неполяризованное кантоновское сечение. Это очень... С этого все и начинается. Как функция х? Нас интересует вот эта область, где-то 4,5. Это сечение в бандах. То есть по сравнению с тем, чем занимаются люди здесь, да, это гигантское сечение. И видно, что по сравнению с максимумом, который порядка 0,6 барна, то области, которые мы имеем, ну, это сечение упадет примерно в 3 раза, но все равно составляет 0,1 барна. Это очень большое сечение. Дальше. Как? А вот дальше, как интересно выглядит угловое распределение, я говорил уже, как выглядит, а энергия рассеянного электрона прямо связана с его углом. Поэтому это угловое распределение можно пересчитать на энергетическое распределение. Вот здесь показаны картинки. Здесь на самом деле, да, d сигма по d омега, то есть угловое распределение. Только вместо омега употребляется вот та самая величина. Итак, вместо этого берут d сигма по энергии, или лучше d сигма по d y, где y — это энергия конечного фотона по сравнению с энергией начального электрона. Посмотрите, как выглядит спектр. Это очень любопытно. В качестве начального фотона употребляется все тот же фотон с энергией 1 электрон вольт. А вот начальная энергия
электрона меняется от 50 дев, это слаг, до 100 дев, до 150, и вот тут дальше до полутора дев. Вот это то, из-за чего кантоновское растение привлекает усиленное внимание. Обычные спектры, о которых мы говорили, ведут себя типично спектр, скажем, обычного тормозного излучения. Это величина типа единица на омега, падающая функция. Здесь в чем замечательно? Здесь, наоборот, эта функция растущая. Причем растущая к концу и потом резко обрывающаяся на векторе максимальном значении. А причем, посмотрите, по мере роста энергии начального электрона, да, я уже помню, что омега — это доля энергии, переданной начальным электроном конечным фотоном. Слайд, например, эта доля составляла чуть больше 40%. Вот в этом варианте эта доля уже достигает 95%. В варианте ILC эта доля будет 82%. И каждый раз возникает вот такая вот картинка спектра. Это очень здорово, что число конечных фотонов возрастает с ростом энергии. Вы помните, что виртуальные фотоны ведут себя совсем-совсем другим образом. Но, кроме того, возрастает не только доля, возрастает еще и монохроматичность. Вот этот пик вблизи максимума становится все более острым. И его еще можно улучшать, эту монохроматичность, используя поляризационные свойства этого рассеяния. Ну вот, я к этому еще вернусь, но просто вам, как потребителям, работающим в ЕФИ, наверное, будет полезно узнать, что вот эти свойства хороши не только для производства меченых фотонов в самых разных областях, но могут использоваться совсем по-другому. Смотрите, есть резкая граница. Эта граница есть x на x плюс 1 на e столбика. X, как вы помните, определяется целиком и полностью энергии начальных частиц. Итак, если вам хорошо известна энергия лазера, а это всегда будет очень хорошо известно, там до 10⁻⁷, по-моему, если не больше, а если не лучше, монохроматичность лазерного излучения. Если вы сумеете измерить энергию конечного фотона, так, дойдете до этого острого обрыва, измерить омега максимальное, то единственное неизвестное после этого величиной станет энергия начального электрона. Так что, измеряя рассеянные фотоны, вы можете знать монохроматичность электронного пучка. Это то, что у вас здесь занимается мощной из компании, и эта схема оказалась очень полезной. Я сейчас внедряет, например, на китайском ускорителе. С помощью нее можно достигнуть точности измерения электронного пучка, энергии электронного пучка на уровне 10⁵. Немножко точнее работает метод радиационной деполяризации, который дает относительную точность измерения электронного пучка до уровня 10⁻⁶. Но метод радиационной деполяризации имеет свои недостатки, связанные с тем, что, как правило, во время, когда проводится это измерение, измерение энергии электронов, нельзя производить обычный эксперимент. То есть, предполагается, что ускоритель работает стабильно, проводит эксперимент,
Потом делают пустое измерение с деполяризацией. Потом снова продолжается эксперимент. Что касается метода измерения по кантоновскому рассеянию, по консольному спектру, да, то это можно делать непрерывно, не приостанавливая эксперимент. Кроме того, на некоторых ускорителях, где очень большое количество пучков, высокая интенсивность, вообще метод радиационной деполяризации не очень эффективен или даже не работает. Так что Комптон-эффект оказался сам по себе интересным, но в контексте фотон-фотон эксодрения это процесс конверсии, который на сегодня не имеет никаких конкурентов. Ну и на этом мы почти закончим наш разговор. В следующий раз мы уже точно перейдем к разговору конкретному о фотон-фотон эксодрениях. До свидания.